С чего начинается жизнь человека? С первого крика при рождении? А может быть, с той колыбели, куда ребенка натруженными за век руками уложила бабушка, а мама кормила его самым сладким молоком на свете? Или с первых шагов малыша, когда он знает, что вовремя подхватит мама? Или она начинается с того первого же ребенка, что дитя увидела в степи и удивилась этому. Но, став на взрослую дорогу, он лишил себя всего этого рая. И попал в ад, в тот ад, куда с 2014 года вербовали исламскую молодежь игиловцы. Историю, которую я хочу вам рассказать, случилась в моем родном селе Кумли. Оттого и боль в груди, и досада, что вовремя не смогли подсказать верный путь, вовремя остановить моих земляков Атаева Курманале, Суиндикова Мурадина и Алиева Аскербия, которые вместе с семьями в 2014 году уехали в Сирию. Жили в селе трое сельских мальчишек, которые были соседями, а затем и одноклассниками, учились хорошо в школе и познавали этот мир вместе, как мальчишки. Они пасли овец в степях и вечерами ходили на сельские танцы. Ну что сказать, учились, женились на ногайских девушках, а затем, что с ними случилось, затем расскажут вам их близкие. Марзу Абай одна растила внука Сюндикова Мурадина. Барзакта бирмейм. О кайда юр, кайда нен. Булар биз он кеткендермейбиз. Кайтып кеткен. Чөр нетпе кеткен, не үчүн кеткен? О иштеп жүрөт, северде иштеген жерден кеткен. Мен билмейм. Мен барзакта абсолютно действительно мен өтөдү Алла, мен билмейм. Колтугунда бир кишке бересин мен. Бересине де яңы жерде айды. Вот. Сон мен нары билмейм. Неше ел болсын, 4-5 ел болды ол кеткен. Бір қағарды білмейміз, бір затты білмейміз. Қайта бойынды Тихан Мирны деп айтады, әрмені Сирия тоқтаған туда-суда. Бір олар айтады, и оларды дей, мұнан кеткен затларды бәрінде мұнда өсілет етілер, Турция. Ну, қайта бұл Турцияға сама келсекен, жоқшы. Білмейміз, қайда еру саған. Кеткен болса, оны бізден сұрап, біз жіберіп тамырақ соны. Мне мен бир жерде өлтүр, сүйтүр парахат кет. Ал о нени өлтүрмөсө да өлтүргөндөй болуп кетсү. Эмне деген доомунда келип, мында наоборот рай, они думают, что там рай. Это не рай, это онда головорезы одни. Ана телевизордо не затты көрсөтөт. Көрөсүңчү. Соор айтым мында. Түгі мініп, Аллау Акбар деп төмен көрсіп етеділер намаз. И тұл жүп там не стреляют. Затты көрінші. Балалар бар ма, бүшесі жоғой ма, или өзі жоғой ма, мен бір заттар мен. Можы давно да өлгендір олар барды. Откуда я знаю? Ну вот, он нақынан айтса, мен перерай деттірам. Ай, Алла, білмейм, интересно да. Если мен оның келеген бір жақты жоқ, мен қайтып өтейм. Атасы жоқ, оны үзіліп кеткендей. Өлсем де қалсам да соның артынан барамын мен.
Мен битем ашитам деген адам ёва. Қалай строй кетті, қалай не кетті, үйдің үшін патолог қайтарды строй кетті шымын. Үшін қырын бар затында. Бар заты да өзі қолыман етті. Мен бар затта ярап тасып кетті. Ол боламызды өзіп қалды ақын, дүниясын ярап қалды. Далее мы идем в дом Атаевых и по дороге видим, как молодые ребята строят дом, строят новую жизнь. О том, что случилось с сыном и с его семьей, рассказывает отец Курманбай Атаев. Атаев Курманали, Курманбай Курманбай. Сонда келеді, Москва кетіп кетірін дейді баға. Кенінде келеді, сөйерден кенінде қайта келеді, ұрынға барып, өзі кетеді. Москва кетіп кетірін кетеді. Сонда сон бір екінші күн бе, сол кетеге звонит етеді, мен Стамбулда деп. Сон шақыдан бір тілеген, ол кетіп 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 кетіп. Ол сол Стамбулдан жүрі звонит етеді. Стамбулда сөй звонит етіп айтады ол қарашы. Екі кетіп ол кетіп бір, мен өмекен яндан шы. Имен де ол көмекешпей, заған пас сөз пасан, ойлайын, ұзынан барып әкелейін деп. Шай қарама түсі, шайын ішінде жүр келінде кетті. Келінде жүр ауыл келінде шығады онын. Үйбарын бала туған кетті, балады мен көрген жоқ. Е, атасын балады көрсетейін деп шығады шығуын. Москва келіпті, Москваның бері салып кетті қалтында. Нужно отметить, что именно в Москве находился центр вербовщиков ИГИЛ. Они помогали получать паспорта, закупать билеты в Турцию. А в Стамбуле их уже встречал другой вербовщик, который сопровождал их до самой границы с Сирией. То есть целая отработанная система, которая развила свою сеть по всей России. И где бы ты ни находился, если ты попадаешь в их сеть, то они цепко держат тебя в центре своего внимания. Дагестан, республики Северного Кавказа, Татарстан, большие города Сибири. И даже если ты выходишь из этой сети потенциальных игиловцев, то все равно тебя и твою семью не выпускают из виду. Убеждают в том, что на Кавказе ущемляют права мусульман, хотя отец Курманали Атаева говорит об обратном. Он я же лег, он да алдата кетендер, он на лет кендер, алдата да. Бы мы не кендер без ислам, я сам я хейм зеб, без этого он ислам, я сам аскрадо, это алдата да. Мы нам мы сбрел мы зеб, мы сидели да сорок тагасндар, британдар на дарда сидели да. Онда өтірік жатыр. Ислам шында да намаз қылмады, олар бізді бәрі тінде қыламыз шынамыз. Бүрдік дейді бітті. Ярай шында өтірік тұрсыңдар. Онда кетемді басы ойламасыңдар дәрі. Атасын, анасын ойласыңдар. Оларды еладып кетсе, олардың жолы болмайды. Бір ата да ана да мақұл туып, баласын кеткенде ояққа. Бір ойда мақұл туып. Это ребята были такие, которые могли попасть обработки вот, под влияние других людей. Очень такие доверчивые, спокойные были ребята. Учились в Астрахани. Атаев вот, Курманали учился, Аскерби учился в Астрахани. Поступили вот, в высшие учебные заведения. А Сюиндюков Мурадин – это друг Атаева, близкий друг Атаева. Очень добрый. Хороший мальчик был вот Сюиндюков Мурадин. После окончания школы я даже предлагала ему поступать в педучилище, потому что он очень любил художественную литературу, много читал. Мягкий мальчик. Ну вот видишь, к сожалению, вот такие, наверное, попались под влияние чьи-то. Астраханда оқыған заманда қылды намазды. Сонда қылды бастады намазды. Далее мы едем в Астрахань, чтобы на месте понять, действительно ли там велась вербовка молодых ребят. В Астрахани удалось встретиться с представителями ногайской интеллигенции. Вся проблема начинается в семье. Только в семье. Вы не думаете, что в Астрахани есть такой джамаат, который всех детей отправляет и агитирует, и где-то что-то работает. Они уже приехали к нам, заряженные с тех мест, откуда они все. Я беру село Агузер, откуда я родом, на Кизлярского района. У нас тоже есть детишки, которые уехали в Сирию. Но они уехали, живя в Сургуте. Родились в Сургуте в основном,
жили. А сейчас, когда мы берем такую малую статистику, только в одном Кумли, и говорим, да, они все отучились в Астрахани, так это истечение обстоятельств, я думаю. Вся проблема в нашей молодежи заключается в том, что мы их не научили учиться, в общем дело. В том чистом виде, в каком должен существовать ислам, это уже теряется постепенно. Нам наши деды давали ислам в том варианте, в каком мы сейчас существуем. Мы как понимаем это все. И у нас не было никакого фундаментального понимания. И, конечно же, я в основном причину вот, проблемы наших детей исключительно вижу в нас самих. Все, что обещают и обещаны райские сады, которые как будто в Сирии, ой-йок, балар, рай здесь у вас, где вы родились, там ваш рай. Здесь вы нужны, нужны нам, взрослым, нужны вашим будущим детям. Сегодня не Сирия, не среднеазиатский синдикат Тарас, они не оправдывают и не выполняют то, что обещают. Я вам клятвенно обещаю, вы, оставаясь здесь, будете нужны своим родителям, соседям, мне лично, как нагайцу. Поэтому прошу, умоляю, не делайте такие необдуманные шаги. Мама, я қалай қайтым келеді жүйгі. Мында мен шыдап болмаймын, страшна мында, мама. Акетші мені, мама. Ах, ай, қызым. Қанатым болса, ұшып та етер едім саға, балам-ау. Қайдай бәлеге түстік. Қайтып мен сені қайтарайым екен, әзізім-ау. Ай, көзімнің ярығы. Қалай сағындым сені, балам-ау. Ай, әзіз балам-ау. Sonra sonra yaşaydım benim, 14 yaşında kalmıştım benim bugün kadayım. En daha ilk kere tuttu. Hepinize Ali'yi de var, ona da bir kere var. Dört kere var aslında, dört bunuk. Bunu dizge sok, kenyala kalmış o bunuklar için. Aslında sual sana kaytarmaya bazımız ortam basa, bunu dilek vermedi. Kimden ayı gömük kurarsan da, gömük etsek önerim. Gitmesi ya da anlarlaysan, gitmemiz, kaytarsan da size. Öpülesiniz varsanız da. Онда олар ойлағандай туы, сәксен басқа. Бір хабар дұйық, февраль айында кедемінен бір хабар дұйық. Исми Атаев, Курман Али, Курман Баевич. Однако с 31 марта на сайте информационного агентства «Анха» выходит интервью с Курманали Атаевым. Информационное агентство «Анха» провело беседу с четырьмя боевиками ИГИЛ, которые находятся в районе Ракка на северо-востоке Сирии. Атаев Хурманали, наемник из Республики Дагестан, вступил в ряды террористической организации ИГИЛ в 2015 году. Когда его спросили в изоляторе о желаемом пункте назначения в случае его освобождения, то он заявил: «Турция – лучший выбор. Турция – самая безопасная страна, где мы можем быть заключены в тюрьму на срок от 5 месяцев до 1,5 лет». «Я приехал из Дагестана с семьей в Стамбул и оттуда въехал в Сирию», утверждает Атаев. И, возможно, с того времени его след теряется в тюрьме сил демократической Сирии. Курманбай Атаев, как и сотни бабушек и дедушек России, чьи дети семьями были обманным путем вовлечены в грязные игры ИГИЛа и теперь находятся в лагере Аль-Холь, хочет вернуть своих внуков. Как он говорит, чтобы игиловцы из них не вырастили террористов. Но Курманбай не знает пока пути, как их вернуть, кому обратиться.
А наш путь далее лежит в города Сибири, где наши земляки жили и работали, Сургут и Уренгой, в город Стамбул, Турции, и провинцию Хасака, где находится лагерь для беженцев Аль-Холь. Но это уже будет другая история.